Новый лифт в каждый дом. В Тверской области пик строительства высотного жилья пришелся на 70-е годы, и до сих пор большая часть таких многоэтажек с устаревшими лифтами. Заменить этот подъемный механизм предлагает компания «Тверьлифт», которая в этом году отметила полувековой юбилей. Как правило, смена оборудования происходит через фонд капитального ремонта, который объявляет тендер среди подрядчиков по всей стране. Но сейчас появился более простой, быстрый и менее затратный вариант, который советуют в компании «Тверьлифт». Для тех жителей, у которых средства аккумулируются на специальных счетах, они могут сами провести предварительную подготовку к выбору подрядчика. Обратившись к нам, мы консультируем заказчика по выбираемому оборудованию. Это самый основной момент для жильца, что они могут вместе с нами выбрать тот лифт, который они захотят. Не тот лифт, который предложит подрядчик, который вышел на конкурс, а то, что они захотели, вплоть до импортного, вплоть до люксового, любой комплектации, любого производителя. Это самое главное. Преимуществами подрядчика воспользовались и жители 13-го дома по улице Хромова. Лифту, как и многоэтажке, 38 лет. На таком ветхом механизме людям было просто страшно подниматься на этаж. В итоге самым выгодным вариантом стала замена оборудования от Тверьлифта, которая обошлась в 2 миллиона 150 тысяч рублей. На спецсчете дома средств не хватило, но подрядчик пошел навстречу, дав рассрочку на оставшуюся сумму. От подписания договора до ввода в эксплуатацию прошло 3 месяца, и сейчас жильцы не нарадуются на новенький лифт. Хороший, удобный, комфортный. Все устраивает. Я под человек вообще боюсь лифтов. Защищенный, ну, конечно, комфортнее. Уже нет такого чувства, что вот ты сейчас упадешь, а вдруг что-то случится, вдруг что-то отвалится. Лифт сделан качественно, работает хорошо, люди не жалуются, люди довольны. Жители на Хромово 13 выбрали лифт Карачаровского механического завода, лебедку итальянского производства. Квалифицированные специалисты Тверьлифта не только произвели установку, но сперва демонтаж старого оборудования и полностью отремонтировали машинное помещение. Компания предлагает только проверенных производителей. При этом жильцы сами могут выбирать понравившуюся модель, материал и дизайн приказной панели. О плюсах работы с нами именно через средства, саккумулированные на спецсчетах. Во-первых, непосредственно работа жителя и подрядной организации, которая будет осуществлять работу на доме. Выбор оборудования, что очень немаловажно. Работают только лишь тверские местные специалисты, которые несут и гарантийные обязательства впоследствии. Эти лифты мы сами и обслуживаем. И если мы этот лифт обслуживали, мы и далее возьмем его на сервис. И плюс мы предлагаем все-таки рыночную стоимость. И не забывайте, что нормативный период службы лифта 25 лет. После этого срока конструкция, как правило, перестает соответствовать тех требованиям пожаробезопасности, энергоэффективности и антивандальности. Записаться на консультацию по вопросу замены лифта можно по телефону 420172.